Телеканал «Эфир-24» представляет «Лица республики». Салават Фатхетдинов – певец, артист, мастер спорта. Салават родился 10 января 1960 года в деревне Аксаитово Татышлинского района Башкортостана в семье сельских тружеников. Получив школьный аттестат, Салават поступил в Стерлитамакское культурно-просветительское училище, после окончания которого работал заведующим клубом. С 1989-го Салават – руководитель и солист концертной группы Набережно-Челнинского экспериментального концертного объединения. Также является творческим руководителем театра эстрады. Из года в год Салават Фатхетдинов организует благотворительные зимние автокроссы в городе Набережные Челны. Кроме этого, Салават имеет титул мастера спорта международного класса по автоспорту, чемпион России. В 1991 году Салавату присуждается почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 1995 году – «Народный артист Республики Татарстан», лауреат премии имени Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.